Приготовили вот такую пачку уведомлений об ограничении режима потребления электроэнергии должникам. Должники есть. Кто за год не заплатил, кто за два не заплатил, кто за три не заплатил. В суд идти, деньги тратить. Ну, мы и в суд тоже ходим. 22 уведомления. На этой неделе сделаем, на следующей, может, еще штук 15. Ну, обычно люди платят после такого. Без света оставаться никто не хочет. По уставу можем не уведомлять, сразу отрезать. Но мы уведомим, мы же не звери. Пишем улица, участок. Так, тут я уже проштамповал с запасом для следующей недели. Да, улица, участок пишем. Время отключения. И на калитке приклеим. А в будни заказным письмом. Вот я 25 конвертов купил сегодня по 12 рублей. Заказное письмо стоит 230 рублей. По уставу стоимость канцелярских расходов ставится в начисление. 10 рублей лист, 12 рублей конверт. Заказное письмо 230 рублей, 10 два раза, 12 рублей. Ну, там 250 рублей добавится должникам. Вот так.